Уважаемые дамы и господа, начинается церемония подписания договора о Евразийском экономическом союзе. За Республику Казахстан договор подписывает президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев. За Республику Беларусь договор подписывает президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. За Российскую Федерацию договор подписывает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Договор о Евразийском экономическом союзе подписан. Астана, 29 мая 2014 года.